Слушайте, извини, а кто обратно ввел в моду этот крамник итальянскую? Ну, крамник, все, как-то все одновременно. Вот как компьютер какой? Начал... Вы чего? Перестаньте, перестаньте. Перестали. Это Макарычев, Разуваев, Долматов. Ну, это когда вот было-то? Вот бригада... Вспомнил. Ну, так после этого никуда оно не выходило. Ну, ее не играли лет 15, там... Джейн, на высоком уровне. Каспаров в 2000-х со мной играл, например, дебют «Слона». Просто, ну, так и поигрывали. Просто не было такого количества, миллиона партий не было, у тебя нет такого впечатления поэтому. Сейчас же играется миллион партий в день примерно. Нет. Так, ну, такое дурацкое ощущение складывается. Я на самом деле что... с Женей немножко не согласен, потому что вот в настоящую моду вошла итальянская вот, где-то в районе, ну не знаю, там 6-7 лет назад, когда белые придумали, ну там это может позиция миллионом разных порядков ходов возникать, ну вот например, в, скажем, вот в такой позиции, всегда раньше, ну, черные ушли А6, слон А7, хотят теперь пойти конь А5 и слона поймать. Ну и раньше всегда играли слон Б3, там черные так или иначе А6, конь Д2, ладья Е8, конь Ф1, слон Е6. И, ну, такая, в общем, очень... Ничего у белых не получалось. То есть играли тут либо занудно совсем слон Е3, там, что вело вот к такой уже совсем неинтересной позиции. Ферзь Б3, ферзь Д7, тут еще что на Б7 не висит из-за ладья ЕБ8, и ферзь теряется. Вот. Либо играли более интересно слон Е6, слон С2, так и до сих пор, в принципе, сейчас играют. Там D5, ED, ну это чуть поинтереснее, но тоже в принципе не так. А вот в районе там 7 лет назад компьютер начал показывать тут вместо слон B3 A4, то есть совсем с другими идеями. С идеями там, что, ну, например, опять черные играют так же, конь D2, ладья E8, тут B4, слон E6, взял. И тут, ну, разные сейчас, тут слон B2, самый модный ход. Вообще изначально это было связано с идеей ферзь C2. И вот не, несколько человек черными попалось, по большому счету, ловушку. То есть D5, ну, самый, как бы, изначально естественный ход. Конь B3, и неожиданно у черных уже серьезные проблемы. Конь B3 белые защитили на A1, поэтому уже где-то хотят B5. И после АБ там слон бьет F2 не угроза, потому что на один защищено конем. То есть иначе бы ладья вот так, туда бы била, а конем защищено. Поэтому, ну вот сейчас тут вместо D5 основной ход там ферзь D7. Ну, как бы это не то, что опровергло вот эту основную расстановку черных, вот эту с А6, слон А7, потом H6, ладья E8, слон E6, но какие-то вопросы поставило. То есть еще плюс тоже, ну, компьютер, наверное, в первую очередь, стал показывать, что вот эти структуры с А4, слон Е6, когда слон Е6, Фе и там Б4, допустим, за счет вот этого пространства, которое белые на ферзевом фланге захватили, они далеко не просты для черных. Что раньше всегда считал, что это Фе, и черным дает инициативу по линии F, плюс пешка на Е6 укрепляет, ну, центр, да, тут всякие поля контролируют, D5, F5. А потом выяснилось, что это не так просто, и плюс, как бы, когда у тебя сдвоенные пешки, они, ну, они всегда, часто бывают, в принципе, довольно красиво выглядят, да, вот как тут, там, мы весь центр как бы держим. Но непонятно потом, что с ними делать. То есть, если мы пойдем D5, то у нас на Е5 слабость получается такая вечная. А если мы не пойдем D5, то, ну, во-первых, значит, ничего мы с этими пешками не можем делать, только любоваться на них. А второе, что когда, если белые когда-то пойдут D4, то, ну, во-первых, белые создадут идею DE, и у черных уже реальные сдвоенные пешки, такие уже такие никто красивыми не назовет. А если на D4, ну, там, не важно, черный, допустим, H6, D4, там, ED, CD, ну, не в этой позиции, потому что ты на B4 висит, но тоже такой тип центра не очень приятный для черных иногда оказывается. И вот, собственно, вот такая резко возросшая популярность итальянской партии вот с этого началась, то есть именно с хода А4. С хода А4, и почему сейчас очень многие, вот как Магнус, играют А5,
Потому что вот эти структуры со слон бьет Е6, Фе, про которые мы только что говорили, они, если у черных сыграно А5, и белые не успели вот эти пешки надвинуть, они считаются абсолютно безопасными для черных. То есть вот такая, казалось бы, незначительная деталь, стоит у черных пешка на А6 или на А5, она оказывается как бы супер важной.